Основная задача, почему идет перекрытие, это реализация проекта «Север-Юг». Это очередной этап, который мы начали в прошлом году. Для того, чтобы обеспечить, с одной стороны, работу общественного транспорта, а с другой стороны, выполнение работ, департамент транспорта провел работу вместе с перевозчиками. Мы подготовили две схемы организации дорожного движения. Мы ее постарались сделать максимально информативной. Эти схемы мы направляем и направим на сайт города. И можно будет также увидеть поуличное движение транспорта. Но в двух словах, значит, маршруты будут перераспределяться вместо отрезка по улице Софиевской, значит, будет идти часть маршрутов по улице Елизаветинской, и затем уже по улице Ольгинской будет возвращаться на спуск Маринеска. Часть маршрутов будет идти по улице Торговой, также само двигаться по улице Пастера и направляться в сторону Софиевской. Кроме того, также самое будет и обычный транспорт и двигаться. Соответственно, мы это еще раз, учитывая, что у нас перекрытие, если не ошибаюсь, будет запланировано в эту пятницу. То есть до пятницы мы проинформируем и, наверное, будем использовать возможности средств массовой информации, чтобы все жители были заранее предупреждены об изменениях общественного транспорта. Сама схема, в общем-то, изменения транспорта незначительна, тем не менее мы уже проводим работу с перевозчиками для того, чтобы создать минимальное неудобство жителям города. Это капитальный ремонт самой Софиевской полностью улицы. Срок ее планируется 22 марта в 10 часов вечера перекрыть, чтобы уже общественность привыкла за субботу-воскресенье к изменению маршрута. И ориентируемся до 5 декабря. Ну, конечно же, 5 декабря – это последний срок. Все-таки на опыте проведения работ улицы Преображенской-Ришельевской будут брошены все силы, чтобы закончить намного раньше. Пример улицы Преображенской полностью, чтобы дорога простояла на многие последующие эксплуатации, она выдержала, нужно менять инженерные коммуникации. Все инженерные коммуникации, которые попадают в границы Софиевской улицы, будут меняться. После этого будут установлены те же плиты трамвайные и та же проезжая часть тротуарная.